Мы сейчас находимся в саду Давида Остина, и сказать, что здесь красиво, ничего не сказать. Сказать, что восхитительно, это опять же не, это ничего не сказать. Сказать, что великолепно, это тоже мало. И это сад, который ну, просто замечательный. Я такого счастья не испытывала давно, потому что каждая роза это просто божество. Это такие шедевры, которые, которыми хочется наслаждаться, которыми хочется любоваться, возле которых хочется стоять. Поднимается настроение, поднимается ощущение счастья. Вот здесь я испытала самое настоящее счастье, потому что ходить вокруг того, что сделано с любовью, это просто великолепно. Это у нас новая роза. Роз здесь много. И тех, которые мы уже знаем, с теми, которые знакомы розы. И есть розы незнакомые. Вот это новый сорт. Новый сорт розы. Это роза, которая на следующий год у нас появится. Надеемся, в нашей Сибири, в Новосибирске, в России. У него более мелкие цветы, но это позволяет при дождях цветку не паниковать. Удивительная, сильная роза с великолепным цветением. Роза «Сэр Джон Бенджамин» – это просто фейерверк окрасок. Это такая яркая роза, такая звездочка, которая светящаяся. У нее сотни цветов, и она всегда хороша, у нее тонкие побеги. Но куст всегда мощный, сильный. В нашем саду она великолепно зимует, уже зимует третий сезон. И всегда такая необычайно красивая и великолепно цветущая. Я очень люблю эту розу. Сэр Джон Бенджамин, но вот для из ярких роз это умница. Александра Овкент, роза Давида Остина, одна из самых моих любимых роз. Распускается она коралловой, а потом меняет свой оттенок до такого розового цвета, ярко насыщенного. И у нее диаметр цветка до 12 сантиметров, вот такая чашка. И этот цветок не одиночный, этот цветок очень, очень мощный. Куст интересный, красивый, значит, не сильно раскидистый. В общем, идеальная роза для миксбордеров, идеальная роза для цветника. И сочетается со многими розами, значит, в любом саду. Она просто умница, у нее великолепие цветения, она сильная, мощная. Но сам диаметр цветка вот для таких роз, для кустовых, обильно цветущих и еще имеющих аромат, это просто находка. Thank you.
роскошная называется балерина. Ее не зря так назвали, потому что такая пышная, такая нежная, такая легкая. Действительно, по-другому не скажешь. С очень нежным оттенком, белая, слегка розоватая. Ну, наверное, обильнее цветения я просто не видала. Это пышные, огромные, просто вот соцветия, на которых, наверное, не тысяча, а миллион цветков, я бы так сказала. Миллион. Нежных роз. Нежных роз, не говори. Петь охота про эту песню. Вообще про все розы Дэвида Остина петь просто охота. Да. Находимся в питомнике Дэвида Остина, и многие розы Дэвида Остина можно высаживать в горшках. В горшке 3 куста, это Golden Celebration. Единственное, объем грунта должен быть 20, 30, 40, 50 литров. Это какую розу вы хотите получить, и тогда они цветут великолепно. И очень питательный грунт.